ночь на четверг в железнодорожном районе на территории производственной базы в результате семейной ссоры оказался ранен молодой человек, приезжий из Средней Азии. Драка произошла между 27-летним мужчиной и его дядей, который работает здесь сторожем. Полицейские, которым сообщили о ножевом ранении, застали на месте событий только пострадавшего и его приятеля. Охранник, как только заметил патрульных, поспешил сбежать. По словам владельца промплощадки, иностранец здесь же и живет. За 4 месяца работы никаких нареканий в его адрес не было. За несколько часов до описываемых событий сторож получил зарплату. Похоже, он решил отметить это в компании соотечественников. Раненый от госпитализации отказался. Мигрант решил, что порезанную руку будет лечить сам. Мужчина пытался убедить полицейских, что травму получил по собственной неосторожности. Якобы кисть он порезал в другом месте. Как объяснил пострадавший, выпивать они начали еще у него дома. Там и повздорили. В сердцах молодой человек разбил рукой окно. Да я у себя побил. У себя где? Ну, у себя на родине. Ну, там... где я живу, там. А, вы еще там поругались? Да. И потом сюда приехали? Да. Я его провожал сюда. А, вы его здесь проводили и вызвали здесь скорую? Да. А там почему не вызвали? Ну, потому что там-то не так сильно эта кровь текла. После этого уже сильно кровь начала. Полицейские отнеслись к этой версии критично. Слишком много в сторожке было крови. Брызги на стене и телевизоре свидетельствовали о том, что на месте мужчины не сидели. К тому же владелец базы рассказал, что когда приехал сюда, родственники дрались. Причину конфликта пострадавший разглашать не захотел. И что вы не поделились? За что? Да, мы по своим просто поругались и все. Ну, какая-то причина есть? Ну, между нами просто произошло ошибка такая. Писать на своего соотечественника заявление молодой человек не будет. Работы сторож, скорее всего, лишится. С места происшествия Юлия Зима, Мария Дедова и Андрей Алферов.